Долгожданным подарком для жителей Орджоникидзевского станет обновленный центральный сквер поселка. На общественной территории уже появилась красочная детская площадка со всевозможными аттракционами для малышей дошкольного возраста и детей постарше. Ахмат Халкевич продолжит. Такого масштабного ремонта в центральном сквере поселка Орджоникидзевский, можно сказать, не было с советских времен. Капитальная реконструкция сквера стала возможна благодаря поддержке со стороны руководства Карачаевского городского округа. И реализуется она в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда». Здесь вообще было детям где играть в поселке? Ну, было несколько качель, но они уже старенькие были. А вот сейчас хорошо. Ну, конечно, еще чуть-чуть, наверное, надо что-то сделать. Но мы довольны, спасибо. Моему внуку нравится вот эта качеля больше. Каждое утро просится мама бабушке или маме. Новый парк, новая качеля. Хорошо. Да, Лимтик? Да. Да? Да, спасибо, да. Это спасибо. Спасибо. Где проводить свой досуг родителям с детьми? Этот вопрос стоял остро. Ребятишек в поселке немало, и поэтому развлекательный городок просто необходим. Делится глава Орджоникидзевского Руслан Батчаев. Как вы сами видите, детская площадка у нас замечательная. Ну и как бы вот этот сквер хотелось бы получше как бы облагородить. Еще предстоит здесь работа. Это уже вторая такая современная детская площадка, которая открывается в последнее время в Орджоникидзевском. Первую установили на дворовой территории многоквартирного дома. Ну а вторую разместили в центральном сквере, чтобы она была доступна всем жителям поселка. Ахмат Халкевич, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия.